Всем привет! В данном видео я хочу показать прокладку масляного картера производства фирмы Rosteco. Rosteco не является производителем, а на самом деле это упаковщик, но не суть. Итак, поставляется вот такой вот полиэтиленовой упаковки, артикул 20104, производство фирмы Gore-Tex по заказу Rosteco. Вот, производство этой прокладки, дата производства этой прокладки достаточно свежая на момент записи видео. А теперь о самой прокладке. Как видно, плоскость вообще неровная, то есть здесь пупырышки есть, типа как добавление пробки. Вот. Тут вообще какой-то сено-солома добавлено. Я не знаю. Ну, как видно, качество суперское. Просто вот отличное. Я брал ее в интернет-магазине, поскольку я заказывал там еще всякие детальки для капремонта двигателя. Ну, такую прокладку, пожалуй, оставить не буду. Придется искать что-то другое. БРТшную я когда-то ставил. Мне она не совсем понравилась. Чуть-чуть начала пропускать. Несмотря на то, что все было хорошо затянуто, с нужным моментом, на ровных плоскостях и с герметиком на стыках. Вот такая вот информация. Делайте выводы сами. Благодарю за внимание.